В западной части села централизованного водоснабжения не было более 20 лет. Водонапорная башня проржавела. Вышли из строя и трубы, подающие воду от скважины к башне. Александр Бруй – инвалид первой группы по зрению. Говорит, ежедневно для нужд хозяйства необходимо до 10 ведер воды. Принести их ему непросто. Особенно сложно сделать это зимой. За водой надо было ходить за 200-300 метров и то проситься во двор до людей. Если дома откроют, а не дома, то приходится идти до других. А сейчас уже должна вода появиться, бо башню уже поставили. Большое спасибо руководству и района, и государству. В ходе реализации государственной программы строительства и реконструкции систем питьевого водоснабжения сел республики в этом году в населенном пункте были заменены около километра труб. Капитально отремонтирована водонапорная башня, построены два распределительных колодца. В Каменском районе в этом году выделено 120 тысяч на реконструкцию водозаборной системы села Кузьмин. Реконструкция позволит нам подключить к существующей системе еще около 150 абонентов. В настоящее время централизованным водоснабжением села пользуются около 80 абонентов. Сейчас на очереди полная ревизия существующих и строительство новых трубопроводов по улицам западной части населенного пункта. К концу уже этого месяца питьевая вода поступит к первым абонентам, обещают специалисты. У нас вода имеет примеси фтора и известняка, и поэтому часть колодцев имеет только техническую воду. В связи с реконструкцией и установкой данной башни, большая часть жителей села получит качественную питьевую воду, и это где-то процентов на 60-70 решит проблему питьевой воды по всему селу Кузьмин. Ирина Гускова, Ирина Шпак, Юрий Заячковский, Первый Приднестровский телеканал.